5 минут это в руки. Да. Руки. Так. Причем чем громче Артем там пилит, тем громче они возвышаются. Артем пилит. Так, нет, ноги мои побежали. Хвостиками виляют. Да подожди ты. Хвостики мои сейчас. Так. Сейчас. Раз, нога, два, нога. Раз, нога, два, нога. Ну, какие есть ноги, такие держите. Нет, давай ты лучше шмяк. Угу. Так, дальше. Болтай. Что у тебя зрачки-то такие огромные? Ты меня тут помирать собралась, да? Скажи, все. Меня тут разъедают, расчленяют. Крылышко коротенькое. Да, крылышко коротенькое, поэтому ее прям идеально ровно. У нее там косточки, что ли, кусками? Там... Нет, там все срослось нахлёст. Крыло, короче, отпущай. И сейчас мы еще вторую принесем сразу, и он будет... На второй половинке. Ты можешь, знаешь что, ты можешь на паузу сейчас я шмякну тебе. Я прям от их вот этих вот крабушек тащусь. Мне нравится крапчатая голова. Крапчатая голова это из... Мне очень ушки нравятся. А, которые они рожки выставляют. Да. Так, давай, сцена первая. Дубль, да. Давай. Ага. И второй раз наше тоже кривое несчастное крыло. Ну, какое есть. Все. Отпущай, отпущай. Так, давай я сначала поставлю считываться рентгеном, а потом я его отпущу. Либо нифига. А слушай, плюх мы тоже сможем, но двух, по крайней мере, точно не прям воткнем, и будет хорошо. А, еще понюхай его, это тоже. Он тоже как-то пахнет. А что понюхай? Я сейчас сразу от них микроскопичку найду. Так, сейчас. Дай мне лицо свое. Сейчас я вот эту кромочку чуть-чуть ему подуберу. Иначе он шило свое заточить не сможет. Да ты мне щуришься, это так, господи, как будто я тебе полголовы отгрызаю. А вдруг? Ну, возможно. Все возможно. У них единственное, что, знаешь, вот нифига неудобная конфигурация башки и конфигурация вообще всего сыча, потому что они очень коренастые. Какая-то шея короткая, ноги короткие, все короткое. Они какие-то по пропорциям даже более коренастые, чем эти, чем домовухи. Домовухи хотя бы там ноги длинные могут сделать, а эти... Да подожди! Да подожди! А эти ничего длинного не могут сделать. Все. Все. Это, наверное, чтобы здесь тепло сохранять зимой. Чтобы давить весом полевок каких-то. Ну, как вариант. Так, ты идешь смотреть какашки или мы сплю? Давай! Пока, давай сейчас пока считывается рентген, я быстро отсмотрю говно и потом рентген и потом. Если он как бы, ну, как был страшный. Это пуник, так... да? Это самец, который. Да, пуник. Блин, здесь как он с этим летает? Он как был страшный, так и остался страшный. Собственно, мы ему не смогли собрать плечо, хотя, ну, здесь можно было бы собрать, потому что у него состояние не то было на тот момент, то есть он бы наркоза не перенес, поэтому пришлось вот это вот оставлять безобразие. Женщина, вот. Мостик навел. С вращением мостом. Господи, как живут, так живут. Да, она не рада. Вообще не рада. Совсем никогда не рада. Когда была квартира в Москве, Да. Потом тебя выселили в какую-то зубку мира в Смоленскую область. Даже водопровода нету. И выливают тебе под вольер ламинул. Не, у нее под вольером никакого ламинула нет. А, нет? Она далеко от всех вообще, в другом конце участка сейчас сидит. Не выливают под вольер. Даже ламинол под вольер не выливают. Даже ламинол под вольер не выливают. Все выливают, а ей нет. Так, ну носцы сейчас уже некуда особо равнять. Как бы тебя... Нет, я, наверное, без полотенца буду.
сделали? Знаю, знаю. Научно. А что, не жив? Да. Что, не жив? Вот отлично, вот эту барышню не посадили. Не, я ее не буду. Все. Он еще, когда был зрячий, был против других свечей. Ну, то есть он просто ни с кем не общался. Ну, а тут сейчас он это... Смерть на старости лет почует, и как захочет плодиться, как захочет. А хотя он, господи, он не залезет на женщину. Он ее не найдет. Нет, найти, может, и найдет по слуху, а вот залезть на женщину... Не-не-не, к нему никого не надо. А у нее свой вольер, он устроится отдельно. Короче, тебе надо еще этих калечных самцов понапихать. Ну... Я осенью постараюсь закрыть этот гештальт. Там у нее же вольер будет... Метр, по-моему, 3 на 2.5. Ну, две пары можно посадить. Так. Сейчас в ноздри в твои еще залезу. Простите, пожалуйста. До свидания. Так. Ее стошнило в машине. Слушай, она старая, убогая женщина. Пусть плюет, если хочет. Учитывая то, что она, ну, в каком она в целом состоянии с микоплазмозом, и еще сейчас пьет антибиотики, как бы. Ну, я ей как раз выпаяла все антибиотики, потом да, мы поехали. Есть. Ну, то есть там этот противогрибковый, с него тошнит. А что она пьет, я не помню. Тербинофен? Тербинофен пьет? Что пьет? Так, не жраться. Давай, культурная. Болитесь. Класс, все, уходи. Thank you.